Ребят, всем привет! Сегодня у нас будут покупки из магазина «Охапка», но почему-то оно переименовало название уже, называется не «Охапка», а «Амиго» магазин. Давно я там не была, и, в общем, что же я там купила интересного? Ну, из неинтересного такого сода пищевая, вот такая вот обычная, стоила она 24 рубля, но обычная сода у меня уже... заканчивается пачка. Также купила вот такую вот зубную пасту Colgate 49 рублей. Это она идет от кариеса, жидкий кальций плюс фтор. Так, с мятой она идет у нас. В общем, вот такая вот паста обычная Colgate. Потом взяла себе мочалку, вот такую вот. Так, она идет типа варежка просто. Ну, вот такая вот. Стоила 29 рублей. У меня уже такая была, но она была у меня из фикс прайс. Ну, как бы уже пора ее выкинуть. Вот так вот она выглядит. И поменять вот на такую. Ну, как бы цена 29 рублей. Также взяла вот такую вот формочку под лук. Ну, так остается, чтобы не портился. Смотрела в ленте. В общем, стоила там 80 рублей. А вот здесь в охапке стоит 59. Ну, как бы удобная формочка. Так останется лук. Можно положить в холодильник. Так. Также взяла вот такой вот ролтон. 29 рублей пюре картофельное с сухариками. Ну, обычное пюре, наверное, все пробовали. А также взяла вот такое вот картофельное пюре. Тоже с курицей. 16 рублей. Попробовать. Что-то захотелось. Химии всякой покушать. Лапшу такую вот тако 39 рублей с курицей. Не знаю, берем в первый раз. Не знаю как. И еще вот такое вот тоже пюре картофельное с сухариками. Ролтоновское. Тоже 29 рублей. Также удивила меня вот такая вот селедка по 49 рублей. Там взяла я сразу две вот такие вот. Одна, по-моему, идет... Ой. В общем, там было написано, что у нас с лимоном, но я что-то не вижу тут ни одного лимона. И, в общем, подкопченая, тихоокеанская. Так, что тут у нас еще написано? Так, пресервы из раздельной рыбы, сельдь подкопченая, тихоокеанская. Ну, в общем, просто сельдь в масле. А это якобы с лимоном. Ну, тут еще вот специи всякие. В общем, по 40 рублей, я считаю, очень выгодная. 49. Потому что в таких магазинах, как Лента, там такие вот консервы только стоят, наверное, рублей 115. Что это очень выгодно. Также в охапке вот такой вот паштет я увидела. Но он стоит 29 рублей. Но в экспрессе, конечно же, стоит 25 рублей. Как бы, ну, захотелось такого паштета. Пусть стоит, ждет своей очереди. Также для нашего кота взяли вот такую вот траву. Не знаю, беру первый раз. 12 рублей. Как бы вот кому интересно, можете остановить, почитать. Мы брали уже вот в фикс прайсе семена именно. Вот. Они у нас прорастали, у нас кот кушал за милую душу. Также взяла попробовать вот такие вот сосиски. 79 рублей, дорожные. В общем, берем в первый раз. Вот такие вот. Хочу приготовить у нас запеканку. И также взяла вот такие вот, ну, я не знаю, типа, наверное, косметичка. В общем, вот так вот она выглядит. Ну, довольно-таки она большая. Две ладошки, наверное, мои будут. Вот такая вот. Так, сейчас прочтем, что тут у нас написано. Так... В общем, состав ее нейлон. Так, что-то не хочет. Не хочет фокусироваться. Вот. Производство. Китай. В общем, такая вот сумка.
Вот такая вот розовенькая в полосочку. И также взяла вот такую вот сиреневую. Ну, они такие хорошенькие, такие прозрачные. Можно, вот тут еще даже вот такая вот петелечка есть, и повесить можно. Ну и замки я тоже там проверяла, все работает, никаких ниток, ничего нету. Тоже они стоили по 49 рублей. И также нам дали вот такую вот листовочку. Здесь уже, в общем, тоже и цены всякие, что по акциям. Также вот масленица скоро. Так, мука 39, молоко 49, сливочное масло 39. Растительное 59, чернослив, курага, изюм, грецкий орех. В общем, вот такие вот цены. Ну, в основном цены такие 49-39. Вот такие, я скажу. Также вот к дню Святого Валентина кружечки интересные. Также вот сады Придонья сок. В общем, вот такие вот покупки у меня были. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!